Добрый день, дорогие мои друзья! После того, как я выпустила ролик о том, какие ткани себе купила, пришли ваши просьбы показать, как, что я из них сошью, какое себе платье я из них сшила. Ну вот первое платье, которое получилось. Я пыталась его, честно, снимать, но не все мне удалось снять нормально. Как учебный материал он не пойдет, а как материал просто так, любопытство ради, сам процесс работы не всегда гладко складывающийся, можно вам показать. Вот платье, которое выполнено из той набивной ткани. Это натуральный шелк с эластаном. Видите, какая широкая прибавка у меня здесь. Я вам покажу потом все вместе. Кроила я А-образный силуэт. То есть прибавка по груди у меня была, по-моему, сантиметра 3. Талию я не приталивала и сделала вот такое вот раскрешение к низу, настолько, насколько позволяла у меня ширина ткани. Шовчика впереди и сзади никакого нет. Видите, там место приталивания сейчас выполняется за счет так называемых полувыточек. Но когда я надела на себя это платье, такого А-образного силуэта, я показала себе нелепой и смешной. Была очень широкая, роста мне, конечно, не хватает, как всегда. И поэтому запасным вариантом у меня был как раз вариант вот таких вот так называемых полувыточек. Посмотрите, это талиевая выточка, которая зашита только до талии. А снизу она идет вот таким вот мягким защипом. И еще одна талиевая выточка. И в боковом шве такая же история. И на спинке с каждой стороны у меня по две талиевых выточки, которые распускаются ниже талии вот таким защипом. Что еще? Нагрудная выточка, как всегда, переведена в боковой шов. Вырез, как всегда, лодочка. Плечики. Я делала плечики на 3 сантиметра длиннее, чем сейчас они у меня есть. То есть я делала эти плечики, хотела сделать спущенное вот это плечо. Но когда опять же собрала это все на примерочку, посмотрела, это был ужас ужасный. Когда я 3 сантиметра вот эти убрала, силуэт выстроился, вот такой вот вытянутый прямоугольничек сформировался, и все стало опять на свои места. Поэтому не всегда хорошо делать расширение плеча при желании, испытывая при этом большое желание прикрыть полную ручку. Лучше иногда пусть будет видна вот эта полненькая ручка, чем мы будем видеть некрасивую силуэтную форму. Потому что форма, она определяющий в данном случае вариант. Вот, у меня будет еще одно, второе, еще два платья. Розовое я уже почти дошила, сделаю к нему интересную отделку и покажу вам. Идея розового платья тоже такая же, потому что это на лето и на жару. Вот, из синенького платья я сошью какое-нибудь интересное платье из синенькой ткани, а из черного материала я сошью брючный костюм. И тоже, конечно, вам потом покажу. Вот все, что мне хотелось сказать сегодня по поводу вот этого платья. И делясь своим опытом, своими находками, провалами какими-то, неприятностями, может быть. Но у кого их не бывает, жизнь есть жизнь. Всего всем доброго, до новых встреч, всегда ваша Галина Коломейко.